Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил производственную компанию БК «Бенби», одного из крупных игроков рынка бытовой химии. В северной промзоне города Видное на территории 8 гектаров размещается производство и склад компании. В начале визита была устроена краткая экскурсия по территории. Продукцию БК «Бенби» можно встретить на полках крупнейших федеральных сетевых магазинов. Ассортимент огромный – около 400 различных наименований бытовой химии. От детских кремов до различных чистящих средств. Мы достаточно давно здесь, в данном округе, расположены, поэтому и поставляем продукцию не только, как говорится, по России, да, и Казахстан, и ДНР, и ЛНР. Ну, вот, радуем потребителей нашей продукции и ее качества. Предприятие работает в муниципалитете с 2010 года. Коллектив более 130 человек, и большая его часть – это видновчане и жители округа. Качественная продукция и уникальные рецептуры – главная формула успеха на рынке бытовой химии. Огромное количество инноваций, сырье используем, в том числе российское, глубокий цикл переработки. Вот мы показывали, серьезный комплекс водоочистки у нас. Ну и все, что с этим связано, это дает нам конкурентное преимущество. В ходе встречи временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров сделал акцент на развитии бизнеса в муниципалитете. И одна из первостепенных, по его мнению, задач – это качественная дорожная инфраструктура. Договорились о том, что мы создадим рабочую группу с предпринимателями, у которых земельные участки выходят к дороге. И вместе с коллегами проговорим тот проект организации дорожного движения, который уже у нас создан. Конечно же, на основании предложений наших предпринимателей мы внесем, готовы вносить туда изменения, корректировки, ну и будем его реализовывать, чтобы вот этих коллапсов таких транспортных здесь больше не было, и промзона работала эффективно. Но это, конечно, для нас новые налоги, новые рабочие места, новые бюджетные поступления. Встреча продолжалась более часа и еще раз подтвердила, что прямое общение представителей власти и бизнеса крайне эффективно. Здесь решаются, а не замалчиваются самые насущные вопросы. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.